проходить. Наверх эскалатор, вниз ступеньки. Теперь нам надо купить билетики. Так, нам нужно дай тикет. АБ, это нужно 7 евро. 7 евро. Оплачивать можно, кстати, картой. Что мы сейчас и сделаем. Пожалуйста, подождите. И вылез такой вот билетик. До 3 часов ночи следующего дня можно на нем кататься. А так как метро здесь работает, кстати, с 4 утра до часу, это в будние дни, а в выходные круглосуточно. Вот, ну и в будние дни ходят автобусы, дублирующие маршрут метро. И стоят такие вот терминалы. Ты печатаешь, засовываешь туда, он пропечатывает. Тут дата, время. Станция. 11:45, суббота. 47. Что-то такое. Станции все мелкого залагания практически. 10 веток метро. Кушать, алкоголь, курение, ну и собаки на море. Отличие берлинского метро от нашего, то что тут везде какие-то ларьки, палатки, даже вон. Покушать можно везде. Везде что-то купить, там газету или что-то. Также есть вот эти точки СОС, прочее. Реклама тоже. Вот так выглядит пересадка. Это в случае пожара там, их мать. Наверх. Тут разные станции бывают, не только с платформой посередине, но и по разным сторонам. Пирожки купить или что хочешь. Так, а нам нужно. Нам нужно сюда. Вот тут видим пересадка на немецкую электричку. Ist auf der U6. Wow, was ist das?
Вот это немецкий трамвай. Еще в Берлине есть сеть местных электричек S-Bahn. Они похожи на наши ласточки, вернее, наши ласточки похожи на них. Некоторые из них под землей станции, некоторые над землей. Но это, в общем, удобно. Совмещая с метро и наземным транспортом, это очень развитая сеть транспортная. Только с одинаковых станций могут отправляться поезда на разных направлениях. Поэтому важно не запутаться. Кафехи и никаких турникетов вообще нет. Все, мы на улице. Aufstehen links.